Вспоминай. На какую букву хотя бы? Да откуда я знаю, на какую букву? Еще раз, это, кого ты вспоминаешь? Ну, вот этого какого-то вот. Так вот наступать, вот. А то начнет потом плясать. Ну, как медведь, да? Да. Вот так начнет ногами. Я ж тебе говорил, что нужно сделать, чтобы вспомнить. Раз, два, смотри на меня. Бабуль. Перебирай все буквы. На А. На А, Б, В, Г, Д, Е, Ш, Д, Е, К, Л, М, Н, У, П, Р, С, Т. Ну, как у Путина, наверное. Я забыл, как у Путина. Заместитель Райкина ведь? Раньше это... То есть это... Ну, вот где-то две бабки выступают у него. Это не бабки, это мужики ряженые. Я знаю мужики, но только они выступают за бабы кто-то. Ну, понятно, кто-то из них бабы и кто-то кого-то перетягивает. Все артисты тут у него. А он самый старший с женой. Ну, какие-нибудь шутки его помнишь? Да нет, уже забыла все. Ну вот. А че ж тогда начала его вспоминать? Ну вот, что-то вспомнила. А если я фамилию назову его, ты че, это, обрадуешься или нет? Да. Петросян. Ну ты скажи, да, Петросян, да. Она Петросяниха. Опять ешь. Она Петросяниха. Прожуй сначала, потом говори. Тебе сколько лет, скажи? А ты меня видишь через эту, как я, железку. В глазок вижу. Где глазок? Это глазок. Вот здесь. Правда. Ты смотри, какой маленький глазок, а тут все видишь. Скажи привет. Привет. От кого? Щебрет. Ну. Скажи, кто ты? Я участница войны. Или ты кто? Ты кто? Нет, ну а серьезно. Чем ты раньше занималась? Станочница. А до станка? До станка в школе училась. А после школы неужто пошла сразу за станок? А потом пошла. Больная была в армии. Куда поехала? В Москву, потом на фронт. А потом в Польше жила. Польша, Польша. Польша. Радис. Я. Радиска Кэт? Радиска Кэт? Да. Авиации. Полетели. Если ты российской была, может быть, слышал, куда Гитлер делся? Нет, не знаю, куда делся. Оп. Okay.